За что бороться-то будем? За кубок Лиги молодой специалист. Чего? Диля Герасимова – участница команды КВН «Пятый элемент» от Самарского торгово-экономического колледжа. У ребят дебют на большой сцене. Раньше в колледже не было команды КВН, рассказывает Диля, для которой выступать перед зрителями не привыкать. Но в прошлом году в учебном заведении появился новый педагог-энтузиаст, который и создал команду. Диля еще в школе ходила в театральный кружок, однако признается, играть в клубе веселых и находчивых – это другое. Здесь важен командный дух. У меня с детства пристрастие выступление на сцене. А КВН, ну, это возможность раскрыться себя как личности творческой. Ну и новые знакомства, естественно. Свое остроумие со сцены на этот раз демонстрируют студенты средних профессиональных образовательных учреждений. В Самару приехали 13 команд со всей области. Лига «Молодой специалист» проходит во второй раз. У нас в том году был пробный запуск. Мы пробовали это в форме фестиваля. Проект оказался успешным, вызвал такой положительный резонанс, и очень много ребят захотели играть в этой лиге. И в этом году мы продолжаем, и я думаю, что со следующего года это будет уже полноценная лига с различными этапами отборочными, и выявим в конце года победителя. По итогам игры профессиональное жюри выбрало 3 лучших команды. Победители получили кубки. Мария Левина, Григорий Плешаков, «События».